вот она, Новая Зеландия началась. Скажете, нет? Еще когда? Когда я тут первый раз поехал, я как-то... Я уже не первый раз, значит, на своем канале говорю, что что-то мне напоминает Новую Зеландию. Предыдущий раз это было в Татарстане, там внизу, когда я поехал после... Из Казани выехал после Волги. Я поехал вниз, в сторону Ульяновска. Но до Ульяновска я не доехал, свернул на Саранск. На Буинск, вот этот поворот, ну кто знает. Вот там тоже мне напоминало Новую Зеландию. Ну а здесь у меня Новая Зеландия очень близко к моей даче. Дача у меня находится под Чеховым. Вот, это, конечно, не Яльчик, не Мариэл. Это, конечно, не рай. Но по московским меркам совсем неплохо. Видите, какой бархатный лес. Видите, какая температура воздуха. И это-то 28 июня. На что жалуемся вообще? Райские условия для путешествий, просто райские. Сейчас можно будет встать вообще в любой точке. Вот, вот, видите, Новая Зеландия, вот. Вот она вся во всей красе. Сейчас вот пойдут холмы. Такие поля, чудесное небо. Все-таки человечество, слава богу, еще не до конца изгадило землю. Я бы даже сказал, тьфу-тьфу, оно ее еще совсем не изгадило. И, судя по всему, я все-таки думаю, что и не изгадит. Все-таки, как не силен ген быдлянства, ген, как говорится, звериной агрессии и ген, как говорится, каннибализма, вот, поедания друг друга живьем, выпускания кишков и так далее. Как бы этот ген ни был силен, я надеюсь, что все-таки победит здравый смысл. Вот, победит то, что человек все-таки одумается и поймет, что его место на этой планете — это единственное место, которое есть. Больше ему деваться некуда. И природу сберегут. Двигаемся. Вот она во всей красе, моя Новая Зеландия. Недалеко от Тулы. Вот, видите, какие тут ланды. Ланды-гланды. Не с моим произношением будет сказано. Красиво, да? Классно, по-моему. Ну вот, будем ловить мистику. Сейчас где-нибудь встану, буду читать, буду ловить мистику. Не знаю, докуда. Может, доеду снова до... Ой, какого-то я города-то тут доезжал. Господи, как его зовут-то город? Забыл. Сейчас Буинск у меня всплыл, меня перекрыл. Тоже какое-то название похожее.